Улица Ленинградская в историческом центре Самары – место притяжения не только жителей, но и гостей города. К ее ремонту и содержанию приковано особое внимание. В этом сезоне улицу обновляют поэтапно и комплексно – от укладки асфальта до устройства пешеходных зон. На сегодняшний день рабочие как раз начали укладывать новое дорожное полотно. Используют только современные смеси. Сегодня выполняется работа по устройству асфальтобетонного покрытия «ЧМА». 16 участок от Максима Горького до Куйбышева. Для того, чтобы обеспечить движение транспортных средств, укладываем по одной полосе. В этом году обновляют участок протяженностью 1 километр 200 метров. Кроме нового дорожного покрытия, после ремонта на Ленинградской появятся дополнительные парковочные места, уложат новую плитку, обновят дорожные знаки и разметку, а также установят новые тактильные указатели для слабовидящих жителей и модернизируют систему освещения. Установлены пандусы, еще также делаются дополнительные тротуары будут на этой улице, которые позволят беспрепятственно маломобильным гражданам и женщинам с детьми, колясками, спуститься или подняться по данной улице. Ранее на данной улице такого не было. То есть в связи с большим количеством лестниц и перепадов делаются дополнительно. На всех этапах за ходом ремонта следят и представители общественности. Видно, что эта улица Ленинградская, она действительно продолжит славную традицию развития Самары как города туристической привлекательности. И региональный штаб Общероссийского народного фронта на каждом этапе строительства сопровождает, и мы все время наблюдаем за тем, чтобы это было качественно, в срок, и чтобы все пункты контракта выполнялись в полной мере. Комплексное благоустройство улицы Ленинградской планируют закончить к середине ноября этого года. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.